Так, ладно, собственно, всем привет. Сегодня делаем дубляж StarQuest'а. Уже, ну, как бы, нам прислали файлы довольно давно. Но вот сейчас дошло все до реализации. Сейчас время озвучивать, поэтому озвучиваем. Еще. Многие писали после выхода серии «Адского босса» о том, что, типа, ждем студийное безумие. Но если бы вы были подписаны на группу ВКонтакте, вы бы знали, что студийное безумие я не записывал, потому что было очень неудобно. Я озвучивал рано утром, никаких сил у меня на кнопку записи нажимать не было. И вот поэтому по адскому боссу студийного безумия не было. Поэтому подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы все знать. И знать, когда у нас что выходит и чем мы вообще занимаемся. Да, ссылка есть в описании, а мы давайте поехали. Сегодня озвучиваем «Черта в шляпе». Мне бы чисто погромче сделать, чтобы себя послушать. То есть где-то на плюс 6, 5, 5, 5, пол, 5. Так, сохранять, ладно, сохранять потом. Сохраним когда-нибудь. Когда будет поздно, тогда и сохраним. Мое секретное оружие! А, не укладывается. Переводчики сплоховали тут, конечно. Илья. А, Илья сказал, все уложено у нас здесь. У нас здесь все в липсинг уложено, все, вообще все фразы один в один. Мое секретное оружие! Я даже тараторкой не успеваю туда попасть. Илья, что за дела? Что такое, Илья? С днем, Ильи. Мое секретное оружие! Это как бы с другой стороны, как бы Илья это уложил, если ну тут прямым текстом мое секретное оружие, что он мог сделать? Как бы... Илья, прости меня, Илья, я сплоховал здесь, конечно. Но я не успеваю это протараторить нормальной интонацией. Мое секретное оружие! Что это за... Для кого это там? Как бы стратегия какая? На Блице кряхтим, на Мефисто гнусавим. Но я начал кряхтеть. Я допустил ошибку, увольте меня. Мое секретное оружие! Вот. Вот для чего? О боже, вот эти разорванные фразы. Посмотрите на интервалы. О боже. Чай, оставайся внутри, мы не закончили. Ждет не очень укладывается вот в этот. Ладно, кого я обманываю, все укладывается. Я просто не люблю Илью, я обожаю Илью, боже. Как же я люблю Илью. Илья. Простите. О нет, правило, тут взрываются облачка. Только не облачка, только не взрываются. Так, ну-ка сейчас я Илье всуну это. Женские диалоги. Женщины разговаривают, они это любят. Мужик влез. Его быстро заткнули, все прямо как в жизни. О! Irresistible! Что? 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 Простите. Вау! Вау! Что ж такое, сегодня день каких-то кривляний безбожных. Почему вау нельзя было оставить вау, товарищ переводчик? Причем здесь ух ты? Ну ух ты так ух ты, я скажу ух ты. Ух ты! Да, я не скажу ух ты. Это было ужасно. Кто-то пришел. Меня убьют. Кто это? Я живу один, кто это? Я не живу один, ладно, я обманываю. О, как жаль, я бы сразу тебя нарисовал. Можно язык во рту, чтобы двигался, а не просто лежал как пельмень? Можно, пожалуйста, Алексей? Пожалуйста, боже. Надо меньше пить чая, больше пить чая. Хорошо. О, стоять. Музыкальная пауза. Я запишу музыкальную паузу. Она будет не в этой части видео, но я запишу. Я сейчас пойду и запишу. Все. Сидеть. Так, все, я здесь. Поехали. Музыкальная пауза. С музыкой и паузой. Музыкальная пауза. Поехали. Thank you.
небольшая рекламная пауза самого себя. Если вам интересно, то у меня есть свой личный канал, который вообще никак не привязан к CyberCut Studio. Я там играю в игры. Ссылку я оставлю в описании. Это лимитированное издание. Больше никогда эту ссылку на CyberCut Studio вы не увидите. Поэтому спешите перейти и посмотреть, что я там делаю. Но исключительно, если вам интересно со стороны посмотреть чисто, что я там какую ересь болтаю и все такое. Но же канал никак ни к чему не привязан, он чисто мой. Поэтому если есть желание заглянуть и послушать, как Алексей болтает еще больше, чем обычно, хотя пока я там видео не болтаю, но скоро все будет, то это по ссылочке переходим и смотрим, что там у меня есть. Все, продолжаем. О, как жаль, я бы с радостью нарисовал пару. Почему пару? Тут написано много. Я все еще не умею читать. Пожалуйста, скиньтесь мне на словарь. Или на азбуку, я не знаю даже. Давай. Хорош, красава. Почему хей заменили на привет? Зачем? Поубиваю всех. Поубиваю. С днем Ильи. Илья увидит это видео. Илья увидит, что я был недоволен тем, что он убил шутку. Я не знаю, зачем я это сказал, но тут все просто. Илья это увидит. Ну, к факту. Илья это увидит. Ну. Черт. Ладно, все. Я сейчас вот только-только закончил играть на Омникорде. Типа музыкальную паузу записывал. Вроде все. А, как же я мог. Нет, еще не все. Но с вами я прощаюсь. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся в каких-нибудь других эпизодах студийного безумия вообще. И хорошего настроения. Всем пока.